Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале «Правильный выбор». Темой сегодняшнего выпуска станут пульсоксиметры. Это компактные и мобильные устройства для оперативного измерения кислорода в крови. И в этом выпуске я познакомлю вас с самыми лучшими моделями. А если среди них вы найдете подходящую для себя, то в описании к видео есть ряд ссылок с ценами и подробной информацией. Начинаем! SMH-01 – компактный и удобный аппарат для оперативного измерения не только уровня кислорода в крови, но и пульса. Внешне выглядит весьма симпатично. Корпус имеет плавные формы и даже цветной дисплей. На нем в комфортной форме отображаются данные о текущем пульсе, количестве кислорода в крови. Надевается прибор на палец. Для проведения необходимых операций ему требуется буквально 2-3 секунды, после чего он выдаст результат. Есть удобная функция оповещения об отклонении от нормальных показателей. Питается прибор от двух батареек типа 3А. Уровень их заряда будет отображаться на дисплее. В общем, компактный и доступный пульсоксиметр. А я хочу напомнить, что на нашем канале регулярно появляются новые выпуски с подборками и топами. Поэтому рекомендую сразу подписаться на наш канал «Правильный выбор» и нажать на колокольчик. ChoiceMed MD-300C12 не самый дешевый экземпляр пульсоксиметра, но зато обладает высоким показателем точности измерения и надежности. Внешне выглядит, как и большинство подобных моделей, небольшая коробочка со специальным механизмом для надевания на палец. На верхней части есть простой двухцветный дисплей. Ключевые измерения пульса и количество кислорода в крови отображены большими яркими символами. Управление простое, ограничивается буквально одной кнопкой. Погрешность измерения не превышает 2% для кислорода и не более 2 ударов в минуту для пульса. Простая и надежная модель, довольно популярная среди пользователей. А если вам захочется узнать, где и как купить понравившуюся модель, то в описании мы приготовили для вас несколько ссылок с ценами и дополнительной информацией. Armed YX200 – среднебюджетный пульсоксиметр от бренда Armed. Как и другие модели, работает по тому же принципу. Надевается на палец и с помощью светового сигнала замеряет уровень кислорода. Дополнительно в приборе реализована возможность измерения пульса. Внешне практически не отличается от других аналогов. Корпус в виде небольшой коробочки с механизмом для удерживания пальца. Кнопка всего одна и предназначена для включения и выключения. Впрочем, встроенный функционал позволяет устройству отключиться после 8 секунд бездействия. Весит аппарат почти 50 грамм. Практически не чувствуется на пальце, поэтому удобен. А пока я перехожу к следующей модели, вы можете поставить лайк или написать свое мнение в комментариях. Это помогает нам развиваться и становиться еще лучше. Bewell Med 320 позволяет получить результат буквально за несколько секунд, а качественные датчики позволяют снизить уровень погрешности. Дисплей прибора хоть и выглядит дружелюбно, все же отображает значение замеров немного мелко по сравнению со многими аналогами. На экран выводятся как результаты кислорода в крови, так и пульс в форме цифр и информативного графика. Яркость дисплея можно отрегулировать при необходимости. Еще одна интересная и удобная функция дисплея – адаптивная ориентация, то есть дисплей будет поворачиваться вслед за поворотом аппарата таким образом, чтобы всегда быть читаемым для пользователя. В комплект поставки входит удобный чехол для хранения и переноски. ChoiceMed MD-300C21C находится примерно в том же ценовом диапазоне, что и предыдущая модель. В целом он внешне и внутренне похож на нее. На верхней части прибора размещен небольшой двухцветный дисплей. Цифры выглядят не так крупно, но вполне читаемые. При необходимости яркость дисплея можно увеличить. Как и в схожих моделях, на этом пульсоксиметре управление осуществляется всего лишь одной кнопкой. То есть разобраться с ним легко сможет даже человек, далекий от технологий. Относительно неплохой вариант для повседневного использования. Armed YX-303 – стильная модель от бренда Armed.
В отличие от других моделей, дизайн корпуса и дисплея здесь выполнены более органично и современно. Основной функционал прибора – измерение количества кислорода в крови, а также мониторинг сердцебиения. Данные отображаются на информативном дисплее довольно крупными и различимыми знаками. Работать прибор начинает сразу после надевания на палец, а при отсутствии активности автоматически отключается. Питается компактный аппарат от двух батареек типа 3А, удобный в использовании пульсоксиметр. Armed YX-301 не самый бюджетный аппарат, но визуально такого ощущения не возникает. С виду он довольно прост, дисплей двухцветный с довольно мелкими символами. Применяется, как и большинство других моделей, для мониторинга пульса и измерения кислорода в крови, причем как для взрослых, так и для детей. Для измерения прибор надевается на средний, указательный или безымянный палец. Прибор прост в управлении, да и в целом выглядит бюджетно, но при этом выдает хороший уровень точности и надежности. TOPMED FP30 имеет дизайн, который используется в большинстве таких же пульсоксиметров. Ценовой диапазон примерно средний среди аналогичных устройств. Не самый премиальный сегмент, но и не бюджетный. Корпус представляет из себя классическую компактную коробку с механизмом для надевания на палец. На верхней панели установлен маленький одноцветный дисплей. Можно отметить маленькие символы, которые могут быть плохо различимы для людей со слабым зрением. Но зато на его питание уходит минимум энергии, поэтому заряда батареи хватает надолго. Управление максимально простое, буквально одной кнопкой. А выключение и вовсе автоматическое после простоя в 8 секунд. Простая, но практичная модель из среднего ценового сегмента. Aikura AD805 – это почти самый бюджетный пульсоксиметр в нашем рейтинге. При этом за свою цену выглядит весьма достойно. Дизайн и качество корпуса мало отличаются от дорогих и средних аппаратов. На верхней панели установлен двухцветный дисплей, символы не самые крупные и удобные для восприятия, особенно для людей с плохим зрением. Но зато в аппарате нет весомых потребителей энергии, поэтому батареи могут обеспечить до 15 часов активного применения. Кстати, для питания используются классические мизинчиковые батарейки типа 3А. Из удобных функций можно отметить наличие подсветки и автоматическое отключение. ChoiceMed MD300C5 позиционируется как детский пульсоксиметр. Хотя откровенно детских элементов в дизайне не наблюдается, внешний аппарат выглядит серьезно. В целом отличается от взрослых моделей меньшими габаритами и весом. В остальном же работает пульсоксиметр, как и любой другой. Измеряет и уровень кислорода в крови, и сердцебиение, а затем показывает результаты на небольшом двухцветном дисплее. Работает аппарат от двух батареек типа 3А. Модель экономична в плане потребления энергии, поэтому может обеспечить автономность до 30 часов. Применяться может дома, в клиниках или стационарах. Бюджетным аппарат не назовешь, но зато он обладает надежностью и высокой точностью. А пока у меня все. Если вы нашли подходящую для себя модель, то в описании мы приготовили ряд ссылок на все товары из ролика. Там есть цены и подробная информация. А для того, чтобы не пропускать новые выпуски с интересными моделями, рекомендую подписаться на наш канал. А после подписки не забудьте нажать на колокольчик, он подскажет о выходе нового видео. Ну и ставьте лайки и пишите свое мнение о товарах в комментариях. Это помогает нам более точно и информативно делиться с вами подборками товаров. А сейчас до свидания, увидимся в новом выпуске.